Музыкальный фестиваль продлится только 3 дня, до 28 июля. В Сочи он проводится 5-й год подряд. Участвуют музыканты из России, Армении, Украины, Германии, Франции, Черногории, Великобритании, США. Это и начинающие талантливые представители музыкального сообщества, и маститые музыканты с мировым именем. Многие из артистов уже выступали в Сочи и с удовольствием вернулись на знакомую сцену Зимнего театра. От имени всех сочинцев я рад приветствовать всех участников уже 12-го музыкального фестиваля «Крещендо». И, конечно, я очень благодарен Денису Леонидовичу за то, что он всегда выбирает город Сочи. И очень рад его видеть, честно говоря. Мы только что увиделись. И, конечно, мы очень гордимся тем, что такие маэстро, известные в мире, они, в общем-то, любят наш город, выбирают его для проведения. Мы кочевые. Мы кочевые, каждый год мы меняем свои города, и наши, и зарубежные. Но Сочи, и еще, правда, один город, Псков, где зародилась сама идея «Крещендо», представить целую плеяду, команду новых имен, новых исполнителей, фантастических музыкантов, которых еще никто не знал в России, была именно там. Мы с Давидом Смелянским это все придумали, и поэтому каждый конец сентября мы в Пскове всегда, помимо других городов. И Сочи – это летняя резиденция, это... Я всегда говорю, что это будет всегда. В первый вечер фестиваля выступят юные музыканты в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. В симфоническом галоконцерте второго вечера фестиваля с молодыми музыкантами выступит сам Денис Мацуев. А ярким завершением фестиваля станет феноменальное владение роялем, головокружительной джазовой импровизации. Сам Мацуев пообещал зрителям неординарные и неожиданные дуэты и трио.